Прием, прием, здорово всем, с вами Хилл Хёртс, и сегодня в этом видео я предлагаю вам посмотреть на то, как некоторые вещи были изменены в патче 1.06 в игре Elden Ring. В прошлом, вчерашнем видео я немножечко допустил ошибку, клык ищейки с поступью ищейки перепутал, но теперь таких досадных, скажем так, ошибок я допускать не буду. Давайте же глядеть и смотреть. А в данном видео мы с вами посмотрим, насколько снизили дальность поступи ищейки и также скорость применения. Ну, то есть, в принципе, как вы можете заметить, серьезно это все сократили. В данном видео вы просто офигеете, насколько фромы действительно пофиксили умение поступь ищейки. Сейчас вот видеофрагмент с патча 1.05. То есть человек совершенно спокойно, без проблем уходит от ультимативного умения молений. Это патч 1.05. А это патч 1.06, абсолютно те же условия. И теперь уйти таким образом возможности нет. Также мне в комментариях написали, что некоторые люди заметили, что реки крови очень сильно пофиксили, уменьшили как радиус, так и скорость накопления кровотечения. В принципе, если верить данному видеофрагменту, все так и есть. Ну, на мой скромный взгляд, я бы не сказал, что прям критично так пофиксили. Ну и также есть еще дополнительно достаточно интересное видео со сравнением производительности. Вот, но я вот вам скромно скажу, что в принципе ничего не поменялось. Как в принципе те же самые FPS и были, такие же они и остались. Так что конкретно на моей системе производительность вообще не добавилась. Такое ощущение, что даже хуже стало. Я вчера стримил, просто жесть, просто жуть. Ну хотя, с другой стороны, на каких-то фрагментах заметно, что на патче 1.06 стало больше FPS, конкретно вот в данной ситуации. Но опять же, это мне кажется на уровне погрешности. Хотя в комментариях некоторые отмечали, что производительность действительно стала лучше, выше и качественнее, что ли. Также еще фромы сказали, что увеличили скорость великим топором. Вот сейчас наглядное сравнение. Не то чтобы прям сильно увеличили, но последний удар теперь применяется гораздо быстрее. Ну, буквально на доли секунды, однако такое вот изменение имеет место быть. Что могу сказать? Нашел достаточно интересное сравнение. А видите, сейчас хитбокс сзади есть черепахи. Но в патче 1.06 этого хитбокса нет. Действительно важное улучшение. Нет бы производительность сделать, они этим занимаются. Однако фромы вместо зафикшенного поступи ищейки предложили нам Quick Step. То есть, как можете заметить, в патче 1.06 он якобы немножечко быстрее, немножечко дальше работает. Я, конечно, не сомневаюсь, то, что из-за поступи ищейки все будут расстраиваться, но куда деваться, такие нерфы у нас случились в патче 1.06. В общем-то, это почти все интересные видеоролики со сравнениями, которые мне удалось найти и своровать, так что на этом все. Буду рад почитать ваши комментарии, премного всех благодарю за просмотр, всем всего хорошего, счастья, здоровья, играйте в хорошие игры. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр, и надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёртс.